Джеймс Тейлор создал множество бессмертных классических песен, таких как «Fire and Rain» и «You Got a Friend», но его личная жизнь была далеко не гладкой. И вот каким был тяжелый жизненный путь Джеймса Тейлора. К сожалению, молодость музыканта была омрачена неотложными проблемами со здоровьем, как психическими, так и физическими. В 16 лет он бросил среднюю школу, чтобы создать группу со своим братом Алексом. В то время Джеймс жил в Нью-Йорке, а в 65 году, в возрасте 17 лет, у него развилась глубокая и долгая депрессия. В итоге он потратил все свои сбережения на колледж, на пребывание в психиатрической лечебнице. Именно тогда он всерьез начал уделять внимание написанию песен, используя музыку в терапевтических целях. После создания группы под названием Flying Machine в 66 году Тейлор переехал в Англию, где получил поддержку Питера Ашера, талантливого человека, который в то время работал на Apple Records. Этот лейбл выпустил одноименный дебютный альбом Тейлора в 68 году. Он продавался не очень хорошо, и Тейлор не смог сразу его продвигать, потому что вернулся в Штаты, чтобы обратиться за профессиональной помощью в стремлении избавиться от наркозависимости. Он вернул жизнь и карьеру в правильное русло к началу 70-х годов, но произошла еще одна трагедия. Он ехал на своем мотоцикле возле своего дома в Массачусетсе, когда разбился и получил серьезные травмы, в том числе сломав обе руки. Существует популярная теория о значении хита Тейлора 70-го года «Fire and Rain». Предположительно, некоторые из его друзей договорились, что его подруга прилетит к нему и удивит его на одном из концертов, но ее самолет потерпел крушение. Однако это не совсем верно, и правда намного более сложна и даже более трагична. Сюзанна Шнер была подругой Тейлора еще с подростковых лет, и он играл вместе с ней в группе Flying Machine, а также они проводили много времени вместе. В 68-м году, когда Тейлор записывал свой первый альбом, он узнал, что Шнер покончила с собой за несколько месяцев до этого. Их общие друзья намеренно скрывали от него эти новости, потому что не хотели его травмировать. Что касается остальной части песни, то согласно интервью с Rolling Stone 72 года, второй куплет был о его личных и профессиональных тревогах, в то время как третий касается его выздоровления в лечебном учреждении. Время Тейлора с Flying Machine в конце 60-х годов было тем, когда он оттачивал музыкальные навыки, которые продвигали его карьеру на протяжении десятилетий, но это также было временем, когда он впервые попробовал тяжелые наркотики. Барабанщик группы Джоэл О'Брайен был тем, кто познакомил его с героином. Это привело к его зависимости от опиатов, которая продолжилась почти 20 лет. С конца 67-го до начала 68-го года Тейлор был чист, но, как он объяснил Rolling Stone в 73-м году, затем я начал употреблять много кодеина. Я отправился в Европу и начал принимать опиум, а потом серьезно сидел на героине в течение 9 месяцев. I could have disappeared down the drain really quite easily at that point. После 5 месяцев в американском реабилитационном центре Тейлор смог бросить героин. После выписки врач из Чикаго назначил ему поддерживающую терапию метадоном, но примерно через полгода он снова начал употреблять. Вскоре он стал налегать на метадон, используя его с середины 70-х годов до 83-го года, и только тогда решил, что ему необходимо освободиться от всех препаратов. Связанная с передозировкой смерть его друга, комика Джона Белуши в 82-м году, вдохновила его на большие перемены в своей жизни. На пути к чистоте он прошел 12-шаговую программу, а также энергичные упражнения. Оглядываясь на тот период жизни, он сказал Телеграфу в 2015 году: «Одна вещь, из-за которой образуется зависимость, это замораживает вас. Вы не развиваетесь, вы не вырабатываете навыки методом проб и ошибок, не узнаете, чего еще вы хотите и пути достижения этого, когда общаетесь с другими людьми. Вы идете по пути наименьшего сопротивления и просто нажимаете кнопку, которая делает так, что вам снова и снова становится хорошо». It's been my experience that drugs are just a waste of time, you know. I mean, they're just dead time. They're gone. There's nothing to be learned from. Тейлор был женат 3 раза. Его первый брак с коллегой-певицей Карли Саймон, на которой он женился в ноябре 72 года, был самым известным и бурным. Вместе они записали хит «Mockingbird», и у них даже родилось 2 детей, но в остальном их брак был полон драмы и плохих новостей. В своих мемуарах «Мальчики на деревьях» Саймон много писала об употреблении наркотиков Тейлором, эмоциональной дистанции между ними и неверности. В какой-то момент Тейлор даже поселил свою любовницу в однокомнатной квартире в нескольких кварталах от дома его семьи в Нью-Йорке. Их брак распался в 83-м году после того, как Саймон устала от двойной жизни мужа. Тейлор, как сообщается, оставался холодным по отношению к своей бывшей жене в течение нескольких лет после их расставания. Когда Саймон захотела выступить на благотворительном мероприятии после взрывов на бостонском марафоне в 2013 году, ей сказали, что она не может, потому что Тейлор тоже собирался быть там. В 2018 году Тейлор сказал Телеграф, что больше не разговаривает с Саймон, отметив, что в этом и есть основной смысл развода. Когда смотришь на карьеру Джеймса Тейлора и на его братьев и сестру, можно
можно подумать, что музыкальные навыки были прописаны в генетическом коде семьи Тейлор. Сестра и младший брат Джеймса, Кейт и Левингстон, выпустили много работ, и их старший брат Алекс также был автором песен. Он выпустил полдюжины альбомов, пока его жизнь не оборвалась в возрасте 46 лет. Как и другие члены его семьи, Алекс боролся со злоупотреблением психоактивными веществами. В марте 93 года он отправился в район Орландо в студию, где записал несколько своих альбомов. Находясь там, он потерял сознание и к моменту прибытия в местную больницу уже впал в кому. Он умер, так и не придя в сознание, 6 дней спустя, 12 марта, прямо в 45-й день рождения Джеймса. Причиной его смерти указывалась долгая борьба с алкоголизмом. Посмотрите новые видео на нашем канале, к тому же скоро выйдут и другие ролики, которые вам понравятся. Так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео.